Доброго времени суток! Мобильный оператор Теле2 объявил о том, что с 14 августа 2019 года изменятся условия предоставления услуги «Кто звонил» на тарифном плане «Безлимит». Услуга «Кто звонил» оповещает абонента по СМС о том, кто и когда ему звонил, пока его телефон находился вне зоны действия сети или был выключен. На текущий момент данная услуга предоставляется абонентам с тарифом «Безлимит» совершенно бесплатно. И для тех, кто перейдет или уже перешел на тариф «Безлимит» до 14 августа 2019 года, услуга так и останется бесплатной. Для абонентов, которые перейдут на тариф «Безлимит» с 14 августа 2019 года, услуга будет предоставляться бесплатно лишь первые 30 дней. Далее абонентская плата в размере 50 копеек в сутки. Данная новость появилась для многих регионов России, включая Московскую, Ростовскую, Иркутскую, Свердловскую и Нижегородскую области. А вот в Ленинградской и Челябинской областях изменений на текущий момент не предвидится. Старых пользователей «Безлимита» изменений не коснутся, это хорошо. Для новых также ничего страшного, так как абонентская плата составит всего 15 рублей в месяц. Да и услугу при необходимости можно отключить. В данной ситуации удивляет лишь мелочность оператора Теле2. Неужели дополнительные поборы так необходимы? Ведь в некоторых регионах не так давно повысили абонентскую плату за безлимит. А на всех актуальных тарифах с абонентской платой услуга «Кто звонил» предоставляется бесплатно. Ну да ладно, могло быть и хуже. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.